затем зашла в соседнее помещение. Значит, данное занятие будут проводить представители учебного центра «Славашики». Значит, и руководитель занятия, заместитель начальника отделения специальных операций майор Васильев Юрий Александрович. Вот слово предоставляется руководителю данного занятия. Он остальное вас доведет. Значит, в последующем, примерно по времени 16:30 занятия заканчивается, и слово представим представителю высшей школы. Не слушаем по времени. Договорились? Значит, вечером варианты. Ну, не так приходилось на практике. Мы хотели сами, что называется, поделиться опытом. Как вот сказал в начале сборов, значит, тема сегодняшнего нашего занятия будет называться «Тактика захвата преступников в помещении». Это срок, то есть разнос по времени. То ли перед нашим подразделением поставлена задача задержать вот эту дверь, вот или за столом у нас преступный элемент. Значит, группа захвата располагается, естественно, за дверью и непосредственно близко от этого кабинета. Потому что он может случайно выйти в туалет, увидеть там целую бригаду. Может играться оттуда она. То есть в связи с тем, что здесь просто не совсем удобно, я вам поясняю в такие моменты. Они находятся там, скажем, соседи там коридоры, соседи рекреации. Перед тем, как провести операцию, я вам уже говорил, предположим, что у нас нет контакта со службой наружного наблюдения, и нам надо просто лишний раз убедиться, что ситуация находится вот так, как и мы предполагаем. Для этого мы посылаем человека, как я уже говорил, соответственно, экипированного, с каким-то таким рядовым вопросом, который, естественно, там не вызовет, ненужного внимания, как его персоны со стороны вот, нашего объекта. Тем более, это нарушено. Перевещу, посмотрите.
Ну, может быть, в данной ситуации, когда я там такой пожилой человек, бюрократия не хотел оказать, но тем не менее, провести вам обязательно надо. Вот, смотрите, например, как проводится отпуск, объясните, пожалуйста, как проводится перемещение. Положение для отпуска, в общем, для людей, владельцев. Я, наверное, не слышно, микрофоном. Микрофоном. Ну, товарищ, самое удобное положение для обыскивающих, это самое неудобное положение для обыскивания. Да. И чтобы он не вертелся вот так вот, бедрами. И главное, вот в этом положении, если учесть то, что руки заблокированы наручниками, то специалисты, там, владеющими различными, там, скажем так, единоборствами, ноги это немаловажное оружие. Вот. И немаловажно их заблокировать ногами сзади стоящих людей. Либо спереди, либо вот как Евгений показывает сзади. И поэтому я присел не зря, потому что, в общем-то, неудобно стоять, наклоняясь. Поэтому можно спокойно присесть и внимательно все. То есть вы стоите на линии удара, если да. Скажем, вы вырвался. Да, поэтому ничего не дает. Вот видите, они убежали с того? Да. Окей. Вот видите, опять же, при своих намерениях ударов на один ушли от того, что очень подходит человек. Потом, значит, в момент у нас нет такой... Телохранителя. Соответственно, это человек физически подготовленный, как правило, высший спортсмен. И поэтому... Да. Соответственно, будет правильнее, если он будет лежать на полу. Существует... Мы пытаемся как-то вот приблизить к жизни ситуацию, поставить там бутылку, там... Все, что угодно. Бандиты, блядь, тоже... Я, походу, буду комментировать действия каждой группы боевой, которая будет проникать через село, что стабильно. Будет использована светозвуковая граната, с устройством которой действия вы уже познакомились. Тогда, с вашего разрешения, значит, приступаем к началу занятий. Снайпера, привет. И группа. Три группы. Группа на пара. Фу! На исходной позиции три группа. Пока группа занимает исходные позиции, условно боевая учебная боевая обстановка. Самолет захвачен двумя преступниками. Преступники находятся внутри. Требуют вылета в одной из зарубежных стран. От переговоров отказались. В ходе захвата было убито два пассажира. И преступники угрожают через станцию. Обязательно в салон пройдем. Условия, которые перед ними руководство штаба было поставлено, в связи с этим принято решение провести операцию по освобождению заложников. Значит, сейчас вы наблюдаете выдвижение группы захвата на исходно-боевые позиции, строго по оси самолета. Для того, чтобы проникать в самолет, используются подручные средства, в частности, трапы гидравлические, вот перед вами он. Thank you.
которая работает в пилотской кабине ПКО, потому что она имеет 100% гарантию пролиться через железный самолет и пытался стартовать не самолет боевой, но они не дают стрелять на раз, поэтому стараются. Самолет боевой, но мы не используем вот эти гранаты, потому что у нас здесь мы можем просто.
подожди. Так, ребята, мы Вот примерно такого варианта. Конечно, там есть опасность, поверхность, но это уже не правда.
Так, уперлись, как по хиджам.
Два. Один. Вот объекту.
Мы считаем, что при организации подобных операций ни в коем случае нельзя допускать насилие к объекту. По той простой причине, что может быть оказаться так, что именно в данный день, или сегодня, он может будет идти без каких-то Посредством. Мы сейчас вот покажем, вот я вам на лекции рассказал, какой сигнал будет давать командир группы. Вот. Сейчас посмотрим примерный вариант. Ошибки не было. Никакого.